Всем добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, Лена. Добрый. Сегодня у нас праздник. Я сегодня уже оделась в свой обрядовый такой вот плащ или накидку, кто как ее называет. Эфир сегодня будет небольшой. Я не буду вам рассказывать, что такое Вальпургиевая ночь, что такое Белтейн. Я думаю, просторы интернета, а также Google, они пестрят информацией об этом. И я хочу поздравить сегодня всех с праздником. С праздником наступления лета, с перехода, наконец-то, нашей земли в состояние оживленное, радостное состояние, когда все просыпается, когда наконец-то просыпается земля, просыпаются цветы, деревья, птицы вьют гнезда. У меня даже в моем хозяйстве, у меня тоже есть птица, у меня уже готовится сесть на гнезда мои курочки. Так что я желаю всем просто чудесного настроения в эту ночь. Я хочу, чтобы сегодня все ритуалы свершились, все самое лучшее свершилось, все загаданные ваши желания свершилось. Все, что вы хотите в вашей жизни, все ваши желания, которые сегодня будут загаданы на алтаре, с прошениями Богу и Богине, пусть они свершатся, пусть прибудет с вами сила, пусть те, которые хотят родить ребеночка, пусть наконец-то будет зачатие долгожданное, кто хочет наполнения в своих делах и в своем бизнесе, пусть будет наконец-то свершение ихних планов. И несмотря на то, что, к сожалению, в мире такая пандемия, и, к сожалению, не все могут выехать на природу, чтобы отпраздновать такой великий праздник, это, конечно, обидно и плохо. В моем случае, возможно, если с моей стороны смотреть, это хорошо, потому что я надеюсь, все-таки, хоть и обещали дождь, я выйду к себе на луг. У меня есть луг возле реки. И у меня сегодня будет костер. И если все-таки погода мне не помешает, я покажу, какой был костер. Вот. Ну, по поводу праздника. Давно я, конечно, и не вылаживала такие вот прямые эфиры. Недавно был, но он был совсем не по теме праздников, совсем не по теме ритуалов. Что я хочу сказать вам? Сегодня самое важное сегодня, не делать, несмотря на то, что, я бы так сказала, несмотря на то, что многие сегодня пытаются сделать темные ритуалы, то и задавали мне вопрос о наказании врагов, там, что-нибудь еще такое, чтобы сработать по темному. Несмотря на то, что так вот, я бы сказала, христианская вера разукрасила эту ночь Белтейна в таких ярких, красочных таких оттенках, ярко черно-фиолетовых, потому что везде должны быть черти, бесы, ведьмы слетаются на гору, они встречают сатану, они его целуют, приветствуют. Многие говорили о том, что почитание Бога Солнца, приветствие Солнца, и так как просыпается земля, Солнце поднимается в зенит, почитание Солнца, приносились кровавые жертвы. Я не буду этого отрицать и не буду это подтверждать. На данный момент, сколько лет я уже праздную Белтейн, я на алтарь ставлю
пироги, и вино, зерно, свечи, я жгу костры, в костер я тоже даю подношения в виде вина, в виде сладости, в виде хлеба, то есть все мое подношение заключается в пище более растительного вида. И с праздником, Аленочка. И я не приношу кровавые жертвы. И, наверное, не буду никогда этого делать. И вот такие вот как бы дела. Я надеюсь, сегодня у всех настроение хорошее, все готовы встречать праздник. Вот, я уже свой алтарь поставила. Будет у меня алтарь дома и алтарь на улице. Ну, я уже готовлюсь. Я думаю, среди всех присутствующих моих здесь друзей, все знают, что это за праздник. Праздник соития бога лесного. Его еще называли зеленым человеком, богом баном, кто как. И великой богини матери. Это ее сын. Он вырос, он стал мужчиной. И в великой любви они соединяются вместе, и богиня-мать, она беременеет. То есть это зачатие ребенка. Соответственно, проводится параллель с природой. Когда происходит зачатие, тогда начинаются посевы на земле. То есть время сеять, время садить какие-то плоды, деревья. Самое время засеять землю, дабы в будущем она дала плоды. Билтейн, так как и Самхейн, они как бы своеобразно, параллельно, у них есть своеобразная параллель у этих праздников. Там перелом и тут перелом. То есть в Самхейне идет перелом, когда земля засыпает, и в Билтейне идет перелом, когда земля просыпается. Это один из главных саббатов в колесе года, и мы празднуем его, в принципе, как и другие праздники. Тот, кто умудряется быть в нескольких эгрегорах, ну, тому респект и уважуха, скажу так по-своему, потому что у славянских народов это называется живица праздник, он тоже празднуется. И я у себя на алтарях славянских богам тоже поставила подношения и свечи. Я не хочу не уважить богов. И у скандинавских богов я тоже поставила свечи и подношения. И у египетских богов я тоже поставила свечи и подношения. Во всем мире, на всей планете, во все времена праздновались дни равноденствий. Дни, когда земля просыпалась, дни, когда земля засыпала. Всегда праздновалось, всегда почитались боги, всегда люди старались соединить изменения природные с богами, с приходом, уходом, когда боги засыпали, когда боги просыпались, когда боги зачинали отпрысков своих, рождение богов, то есть все это было относительно природных явлений. Ну, с приходом христианской веры, как вы все знаете, к сожалению, огромное количество праздников было, так сказать, подмято. Когда многие христианские, так сказать, святоши объявили великого бога лесного бесом, чертом, которые и ведьмы должны были приходить в лес и призывали, чтобы он выходил из леса, а не его. Добрый день. Они его как бы призывали, они его целовали. Многие христианские религоведы говорили о том, что ведьмы раздеваются и оргии устраивают на поляне. Так это не так, не знаю. Мне кажется, что в моем понимании и в моем мнении, в христианской вере нужно в определенный момент было очернить язычников и сделать их наиболее непривлекательными.
наиболее страшными, потому что нужно было, во-первых, оправдать огромное количество сожженных женщин, сожженных мужчин, которых обвиняли в колдовстве. Так или иначе, все-таки мое мнение, что все это делалось, опять же, добрый вечер, Олечка, все это делалось, власть и деньги, потому что земли, которые были отобраны у язычников, они пошли в церковь. Церковь управляла огромным количеством имущества. Все делалось из-за денег. И никто никогда не почитал природу. Никто из церковников никогда не пытался узреть это все. Все делалось только ради власти. Все праздники, все языческие празднования, колеса года, они ушли в подполье, я бы так сказала. Но сейчас, со временем, когда в нашем мире немножечко стало посвободней, и все-таки есть свобода слова, начали, так сказать, подниматься из глубин знания древние. Да, да, неправда, конечно, это неправда. Ну, иногда, конечно, они обнажаются, Владимир, иногда это все-таки есть, но это никто оргии не устраивает, а проводятся определенные ритуалы, когда нужно провести серьезные чистки, нужно иногда и обнажаться. И такое тоже делается, но это не делается, никто себя не намазывает кровью, никто себя там не обмазывает всякими там странными волшебными зельями и не летают на метле. Метла, она олицетворяет мужское и женское начало. Сама метла – это сама метелка – это женщина, а жезл – это мужское начало, то есть соединение двух начал, то есть все равно метла – это магический инструмент. Так, итак, сегодняшний алтарь. Тот, кто не может развести костер, у кого нет возможности через, опять же, нашу пандемию, опять же, через наши карантины, нас заперли в квартирах, но мы все-таки можем порадовать себя маленькими прелестями празднования. Как известно, это праздник весны, пробуждения, поэтому давайте, обязательно нужно поставить шест на алтаре. Если у вас нету олицетворения бога и богини, просто поставьте какой-нибудь шест, небольшой, можно даже такой вот, чуть больше, чем ручка. Майский шест его называли. Это олицетворение мужского начала. Если у вас есть возможность, найдите дома ленточки. Красные, зеленые, белые. Обмотайте ленточками шест. Поставьте его справа. Будет олицетворять Бога. Богиню олицетворяет казан. Если есть тот, кто ведует девочки, казанок на трех ножках. Если такого не имеется, свечки с травами трошки потрескивают. Если такого не имеется, поставьте, пожалуйста, кубок, либо ступку. У меня на столе стоит ступки. Вот такого вот типа. То есть сама ступка — это женское начало, а пестик — это мужское начало. То есть это, его нужно обязательно поставить на алтаре. Такс. Сейчас я ее поставлю, чтобы удобненько было. Вот. Самого бога или богиню можно олицетворить либо зелеными свечами, либо, если у вас есть возможность, поставьте зеленую или белую, розовую и белую. Вы можете такие свечи сделать, но все-таки, так как лесной бог, он все-таки есть же и зеленый человек,
попытайтесь поставить зеленую свечу, если будет такая возможность. Если у вас есть вообще возможность купить золотую свечу, которая хотя бы будет покрашена золотой краской, поставьте золотую свечу. Я таких свечей не сделала. У меня зеленые свечи, белые свечи, у меня свечи яичками, потому что яйцо, как вы знаете, оно олицетворяет все живое. Кокон земной, скорлупа – это сама планетарная система, это то, что планету окружает, это наше основное. Белок – это воздух, а желток – это непосредственно земля. Вот. Поэтому, если есть возможность яички, такие свечечки в виде яичек, ну, вот они вот такие вот, я тоже поставила на алтарь такие вот свечечки, тоже можно зажигать. У меня горит сейчас с полынью, хоть и не очень, не совсем, конечно, полынь и хороша, ну, не в такие дни, но все-таки немножко была у меня травки. Если у вас есть возможность, поставьте на алтаре четверговую соль. Но четверговую соль, ребята, не ту, которая была заряжена на чистый четверг по христианской религии, а именно четверговая соль, которая была сделана, не привязывая ее ни к одному эгрегору. Четверговую соль, которая была сделана по ведьминому обычаю. Есть такие. Четверговая соль, она изначально никогда не делалась по христианскому эгрегору. Это был обычай язычников, древних людей. И четверговую соль делали с пришествием весны. Да, весна приходила, ее делали для очищения, для наполнения энергии. Ну, а опять же, христианская религия на чистый четверг заставляла людей, сгоняла людей в храмы и заставляла молиться в этот день и делать четверговую соль, читая именно христианские молитвы. Кому это не нравится, я вам скажу сразу, можете меня сейчас закидать вашими там тапками и гнилыми яблоками, мне по фене, как говорится, мне можете кидаться, но это мое мнение, я его долго изучала, и можете читать ваши дальше молитвы, делать четверговую соль, пожалуйста, если она у вас получается, пожалуйста, делайте, никто, как говорится, вам не запрещает. Вот такие вот дела. Вот. Поставьте четверговую соль, если у вас есть возможность. Если у вас нет возможности, ну, поставьте, пожалуйста, обыкновенную соль. Обязательно должно быть стоять вино. У меня за моей спиной стоит еще бублик, такой вот большая булочка в виде бублика, которая олицетворяет колесо года. Обязательно я налила вино. Если тут видно... Стоит календарь, вот у меня вино стоит, то есть заряжаются свечи. Много людей меня просило сделать свечи на Белтейн. Я сделала свечи горшки денежные, я сделала чашки желания, то есть заряжаются свечи, олицетворяющие мужское и женское начало. То есть в этот день лучше всего, когда вы соорудили весь алтарь, в этот день обращаться к Богу и богине лучше всего с целью плодородия. Когда у вас что-то не ладится в делах, можно попросить у Бога и богини о наполнении ваших дел все-таки достатком, вашего дома достатком, вашего бизнеса достатком, вашей земли, которую вы посадили. Если у кого-то есть грядки, у кого-то есть огород, кто-то любит клумбы, попросите о том, чтобы у вас все плодилось и родилось. Вот, то есть возле алтаря, привет, Оксаночка, с праздником, возле алтаря в этот день очень хорошо просить о помощи. Не надо просить о том, чтобы ваших врагов убили, ваших врагов уничтожили, потому что я очень-очень сомневаюсь о том, что будут такие, к вам боги вообще отзовутся по этому поводу.
Поэтому на данный момент, если вы действительно хотите, то обращайтесь только о плодородных таких вот прошениях. Я сейчас бла-бла-бла немного полялякаю, возможно, сделаю несколько раскладов, кто захочет, но я не буду делать большие расклады, что меня ждет вот это, что меня ждет вот это. Я могу задать вопрос у карт сегодня, кто захочет, что нужно делать и что нужно попросить на билтейн. Это максимум, что я сегодня попрошу. Я не буду, что ждет там в этом году, в следующем году, Пусю-Мусю, Васю, еще кого-то. Такие вопросы я не буду как бы рассматривать на картах. Так, по поводу алтаря, я думаю, все понятно. Олицетворение Бога и богини, это тоже понятно. Взаимно, Леса, взаимно. Я думаю, в этот такой вот трудный год для нас, когда весь мир переживает такое тяжелое состояние в связи с заболеванием огромного количества людей, мне кажется, что каждый по возможности, кто сегодня будет у костра, кто сегодня сможет поставить свечи на алтаре в прошение к Богу и богине, я думаю, каждый должен попросить у высших сил, каждый должен попросить у богов наконец-то окончание этой чумы, которая разрослась по всему миру, от которой очень много людей гибнет. И я сегодня буду возле костра просить, наверное, как и много других людей, не только силы для себя, не только наполнение себя силой, как ведающие, как ведьмы. Я буду просить о выздоровлении людей в нашем мире, во всем мире. Не только в Украине, не только в России, не только в Белоруссии. Это не касается там славянских народов. Нужно просить о всех людях. Поэтому у кого будет сегодня такая возможность, сделайте это. Вот такие вот дела. Также сегодня очень хорошо делать ритуалы и призывать не только Бога и богиню. Сегодня очень хорошо делать ритуалы, связанные со стихиями. Так как Земля возрождается, и очень хорошо поработать с ритуалами, которые совмещают в себе прошение к стихиям, к энергиям стихий. Обязательно на алтаре сделайте или цветом свечей, или олицетворением непосредственно стихии. Это соль, это вода, это земля, это воздух, это благовоние, и это свечи, это огонь. Обязательно четыре стихии должны быть. Не у всех, конечно, есть статуэтки. Не у всех есть какие-то, я не знаю, картины. Это не у всех есть, к сожалению. Хотя многие и хотят. Я с многими людьми разговаривала, которые хотят сделать алтари, но то ли не могут достать, то ли не имеют возможности этого сделать, то ли очень дорого. Ну, всякие бывают обстоятельства. Согласна с вами, Владимир. Будет и другая болячка. Дело в том, что человечество само по себе огромную боль нанесла самой планете. Огромная боль и неуважение к природе. И матушка природа, как бы это ни прискорбно ни звучало, за отношение к животным, за уничтожение природного ландшафта, леса вырубаются, реки высыхают, происходят катаклизмы, которые не подвластны нам, мы ничего не можем сделать, климат меняется по вине человека. И матушка природа нас наказывает, она
к сожалению, хочет частично стереть человечество с лица земли. И нам, наверное, высшие силы посылают вот такие вот периодически, включая чуму, проказу, оспу, такие вот инфекции посылают. И учит человечество, учит человечество. Ну, наше человечество, оно никак, к сожалению, ничему не учится. Прошу прощения, я зажгу свечи. Сегодня по возможности свечи должны гореть все время. Сколько будет возможность, свечи должны гореть. Травы очень сильно трещат. Наверное, от боли. Вы знаете, когда я захожу в лес, такая тишина и умиротворение, но когда ты смотришь на эту природу, к сожалению, тебе иногда хочется плакать. Нет, свеча не упала, она сломалась, вы не обращайте внимания. Воск еще горячий, подсвечники горячие, они могут падать, не страшно, не обращайте внимания. Вот так мы сделаем. Всем добрый вечер. Я смотрю, люди, кто-то уходит, кто-то присоединяется, девочки. Так что, когда ты приходишь в лес, ты понимаешь, что тихо, спокойно, но земля все равно болеет, и она не хочет даже, когда ты ложишь подношение в лесу, когда ты зажигаешь костер, иногда сама земля, она не хочет видеть вас. И духи лесные, они не всегда хотят видеть человека, потому что огромное количество духов лесных, они обиженные на человека. Я со своими друзьями, у меня получалось на днях выезжать с бубном, до того, как у меня случилось горе в семье. Я вам скажу, что это было очень тяжело даже работать. И вам также, Владимир.
С праздником, Леночка. Вот, я сегодня дам несколько ритуалов. Я очень хотела бы, чтобы вы их провели, и, возможно, это вам поможет как-то для исполнения ваших желаний. Мне бы хотелось, чтобы все-таки высшие силы помогли вам, отозвались. И кто сегодня захочет это сделать, возможно, немножко будет лучше после билтайна. Ну, кто не захочет, это лично ваше решение. Итак, сегодня я не буду давать те ритуалы, которые написаны в огромном количестве там в интернете. Это вы можете и без меня посмотреть в гугле ритуалы на билтейн. Как все вы знаете, что сегодня около полуночи нужно зажечь свечечку, и сегодняшний день олицетворяет пробуждение нового и окончание старое, то есть старого всего. С одной стороны, он, да, как я говорила, он проводит параллель с Самайном, но все-таки при пробуждении, часто пробуждении нового убирали что-то старое. Спасибо, Леса, спасибо. И когда вы убираете что-то старое, соответственно, если у вас есть возможность сегодня в костре сжечь старые вещи, так делалось, потому что жрецы зажигали, как вы знаете, на билтейн делался костер из 9 пород разных пород, из деревьев разных пород, обычно использовалось 9 пород. Вот, огонь зажигался путем трения, но у нас сейчас более современный мир, никто не будет заниматься трением, чтобы высечь искру. В некоторых селениях я люблю ходить в лес, тоже согласна с вами, Лен, нужно ходить. Кому... Тех, кого любят в лесу духи, никогда не тронут ни хищники, никто не тронет. Такого не будет. Так, и во многих селениях зажигалось два костра. Сначала зажигался чуть меньше, потом от маленького костра проводился определенный ритуал. Отказывались от всего старого, что было в зиму. Выкидывали старые вещи. Да, Лен, согласна с тобой. А потом зажигался новый костер, большой костер. И возле этого костра были танцы, пляски, подношения богам, просьбы и все остальное. Вот. И сегодняшний день, как вы знаете, очень много советуют убрать старую одежду какую-то сжечь или старые фотографии тех людей, которые ушли с вашей жизни, с которыми вы перестали общаться, самое время выбросить эти фотографии. Вот. Что вы сделаете? Если у вас нет возможности, к сожалению, нет возможности зажечь себе костер во дворе или выехать в лес, это можно сделать на свече, это можно открыть балкон, балконные двери, можно открыть окно, поставить поднос металлический, на металлическом подносе написать, как вы знаете, на бумажечках то, чего вы хотите избавиться. Естественно, вам в любом случае нужно поставить алтарь, подношение Богу и богине, попросить у них помощи. Вам обязательно нужно хлеб, обязательно нужно зерно поставить, если вы празднуете живицу, все-таки они билтейн, если вы празднуете по славянским традициям, зерно обязательно, пирожки какие-то, сладости, так как сегодня празднуются с вином, с весельем, с танцами, то все-таки сладости и вино допускается. Вот, вы просите, сначала вы читаете славление к Богу и к богине. Я так писала много чего, потому что, ну, не стесняйтесь таскать за собой тетрадки и книги, как я уже говорила, книги теней. Здесь нет ничего такого страшного. Мы огромное количество времени проводим возле книг теней, и потом любая бумажечка, любая записочка, выписка с книги теней вашей, если она очень тяжелая, и вам ее тяжело носить с собой. То есть тут не будет ничего такого зазорного. И поэтому я сегодня тоже повыписывала, потому что
плевать там и бегать по книжке теней, к сожалению, мне не всегда получается. Это очень долго и затрачивается времени, поэтому я подготовила для вас бумажечки. Да, смотрите, когда вы делаете просьбу, для женщин обязательно постарайтесь прикрыть голову. Если у вас нету накидки, как у меня, потому что у меня, ну, как бы я для себя делала веканскую накидку, специальную для таких обрядов, можно так сказать, там веканская, ведьмина, кто как и называет. Обычно сегодняшний день, вообще по сегодняшнему дню, нужно одеваться в одежду зеленую либо красную. Ну, я не ношу зеленой либо красной одежды. У меня моя вся ритуальная одежда черная. Есть у меня фиолетовая накидка. Ну, она мне поджимает, и мне легче в черной всегда быть. Поэтому одеваете накидку, садитесь возле алтаря, делаете подношение, делаете обращение к богам, и потом только вы приступаете к ритуалам. К любым ритуалам вы должны приступать после подношения и после прошения, после призыва. Обязательно сегодня нужно открыть круг. Постарайтесь открыть круг, если у вас есть, у вас должен быть на алтаре лежать олицетворение бога, должен лежать атамы, обоюдозаостренный кинжал. Он олицетворяет на сегодняшний день Бога. И поэтому открывается и закрывается круг, обязательно нужно брать атамы. Это, ну, обязательный атрибут. Если у вас, к сожалению, его нет, ну нет его, ну вот не ведуете вы так сильно, у вас нету набор ножей, как у многих ведьм, как у меня и у других там, количество ножей больше, чем на кухне в два раза. С праздником, Анна. То есть в данном случае вы просто берете палочку, жезл и замыкаете круг жезлом. Не надо брать веретено. Вот те, которые были у меня на веретничестве, могут там мне задавать вопрос, можно ли брать веретено. Забегая наперед, скажу нет. Веретено не берутся. Итак, вы обвели, обчертили круг. Если у вас есть такая возможность, если вы вообще готовы к этому празднику, то круг вообще открывается или закрывается, или строится круг камнями. Можете сделать свечами. Для этого нужно 13 свечей. 13 свечей разные. Если у вас нету там определенных красивых там ритуальных свечей, а, к сожалению, вы забежали в магазин и вы увидели чайные свечи, маленькие такие чайные таблеточки, чайные свечки их называют, берите чайные свечки, спокойно, не бойтесь, и можете встать в круг, зажечь эти свечи, сделать такой примитивный алтарь, самый минимальный, какой у вас получится, и можете призывать Бога и богиню. Но обязательно не забывайте, на алтаре нужно установить вино, нужно сделать подношение, нужно поставить свечи. Конечно, если у кого-то есть возможность, нужно сделать олицетворение весны, олицетворение лета первыми весенними цветами, они должны быть украшены на алтаре. Ну, у меня почему-то не зацвело пока что еще ничего, кроме одуванчиков. И, ну, я решила все-таки одуванчики не брать и не их не ложить на столе, как-то, не знаю. Ну и в нашем городе через, к сожалению, через все эти карантинные какие-то тут мероприятия, все наши цветные магазины, где я раньше заходила, брала розы, брала какие-то георгины, там первые цветы брала, лилии брала, они закрыты. Поэтому все, что есть на алтаре, я олицетворяю цветами свечей. Так как вы все знаете, кто здесь в эфире, а меня все тут знают, я занимаюсь свечной магией. Моя любимая стихия – огонь и воздух, поэтому я стихийная больше ведьма, хоть и как бы огромное количество ритуалов у меня по деревенской магии, но все-таки я люблю работать со стихиями. Вот, итак. Все это хорошо и бла-бла-бла-бла-бла. Установили алтарь, закрыли круг,
свечами, камнями или просто свизуализировали круг и перезываете Бога и богиню. Обращаетесь сначала к Богу и говорите ему так. Повелитель солнца, хозяин всего дикого и свободного, отец женщин и мужчин, муж лунной богини и защитник колдунов, опустись с силой солнечного света на мой круг сейчас, быть тому истина. Призыв к богине, сияющая полумесяцем на звездном небе, цветущая на плодородном поле, текущая в океане в глубине, благословляющая теплым дождем, услышь мою песню из круга камней, озари меня мистическим светом, пробуди меня своей серебряной музой, будь со мной в моем священном обряде, быть тому истина. Когда вы все это произнесли, кто как хочет, кто слаживает руки замком, кто становится на одно колено, кто вообще просто становится чуть ли не в позу там зю. Как вы это будете делать, это лично ваше. Кто-то стоит просто возле алтаря, кто-то водит руками, можно вот так вот по алтарю водить. Сейчас я еще раз прочитаю, Дарина. Повелитель солнца, обращение к Богу. Повелитель солнца, хозяин всего дикого и свободного, отец женщин и мужчин, муж лунной богини и защитник колдунов. Опустись силой солнечного света на мой круг сейчас, быть тому истина. А призыв к богине. Сияющая полумесяцем на звездном небе, цветущая на плодородном поле, текущая в океанской глубине, благословляющая теплым дождем, услышь мою песню из круга камней, озари меня мистическим светом, пробуди меня своей серебряной музой, будь со мной в моем священном обряде, быть там истина. Или заклято, свой замок. Единственное, что я вас прошу, не говорите аминь. Сегодня это слово будет ни к чему, потому что все-таки христиане очень хорошо его адаптировали под свои служения. Поэтому слово аминь мы не будем употреблять вообще в сегодняшнем дне, в сегодняшних обрядах. Сегодняшний день тот, кто решил призвать к себе Бога и богиню и вступить на веканскую стезю, сегодня можно тоже стать на эту тропу обучения, и можно призвать к себе их, дабы они были свидетелями, что вы готовы идти и обучаться, и соблюдать традиции веканские, соблюдать традиции друидов, кельтов. В принципе, все эти праздники, они относятся к северным традициям туда. Итак, вы делаете подношение Богу и богине. Во-первых, до этого дня, если вы собираетесь такое произвести, если вы собираетесь вступить на эту стезю, вам нужна будет обязательно купленная накидка в этот день, потому что вы должны будете надеть на себя накидку. У вас должен быть атам, у вас должен быть горшок на трех ножках, где будут благовония храниться, где будут вина храниться. Вам нужен будет кубок, это обязательно. Уже книга теней и все остальное, это уже будет второстепенное, вы будете потом докупать. Вы становитесь именно в Билтейн. Этот обряд, их огромное количество, но то, что можно сегодня сделать, я просто вам даю тот обряд, который можно сделать сегодня. Вы становитесь на одно колено, отпиваете вина из своего кубка, вы не трогаете кубок Бога и богини. Вы отпиваете только из своего кубка и читаете призыв. С этого дня я буду известен богине и Богу, как вы выбираете себе имя ведьмина, то, которое вы будете называть, имя, то, которое будет участвовать в ваших обрядах, ваше второе имя.
Ну, если хотите, можете остаться под своим именем, но у каждого колдуна и ведьма есть свои имена, и у меня тоже они есть, поэтому выберите себе имя, подходящее для этой традиции. Я прошу идти рука об руку в любви богини и бога. Я ведьма, я ведьма, я ведьма. Да будет так. Но запомните, это не есть инициация, это есть только ваше решение идти по пути обучению магии. Вот такое вот можно сегодня сделать. С этого дня я буду известен богине и богу, как опирается свое имя и говорится. Я прошу идти рука об руку в любви бога и богини. Я ведьма, я ведьма, я ведьма. Да будет так. Ну, простенькая, но все-таки иногда самые простые действия, они все-таки лучше, чем огромные обряды, которые растягиваются на несколько дней. Теперь смотрите. Если вы планируете носить на себе пентаграмму, вот такие вот знак, луна и в ней пентаграмма, либо трискель, обязательно вы должны положить его на алтарь или поднести в руках Богу и богине олицетворение. И вы должны немного помедитировать на него, вы должны опустить свет, вы должны прочувствовать то, как он будет пульсировать в ваших руках. Происходит подобие фона, фонить начинает, как будто вы по радио ищете волну. Так вот, с амулетом происходит то же самое. Хорошо, когда ваш амулет будет смазанный либо маслом розмарина, либо розовым маслом. Тоже оно очень хорошо вам отзовется. Я думаю, здесь все понятно. Так, даю вам ритуал в этот день. Хорошо сделать ритуал защиты. Так как вы просите у Бога и богини защиты, от Билтейна до Билтейна вы просите защиты у богов. Ну, это практически год, будем так говорить. Для этого нужно на алтаре вместе с свечами, которые олицетворяют Богу и богиню, нужно выставить стихийные атрибуты. Свеча — это будет огонь, воздух — это благовоние. Поставьте, если у вас нету, к сожалению, благовония, поставьте туда, ну, пустой стакан пусть будет. Пусть будет пустой стакан или пустая какая-нибудь рюмочка. Это будет олицетворять воздух. Вода в чаше — это вода. Земля в тарелочке или соль — это будет олицетворять землю. Расставьте на алтаре. У меня там сверху его немножко видно. Я работаю с такими защитными ритуалами. У меня алтарь стихийный. Вот. Я работаю с пентаграммой. Но если такого не имеется, вам понадобится обыкновенная ткань, фиолетовая, красная, допустим. Ну, если есть у вас черная, хорошо, возьмите черный. Но только на этот обряд, к сожалению, не годится белые отрезы ткани. Выставляете полностью. Сначала отдельно на алтаре вы ставите подношение Богу и богине. Вы читаете зазыв, призыв к Богу и богине. Вы просите их прийти в ваш круг. Вы просите быть и присутствовать на вашем... Настя, этот ритуал, этот эфир сохранится. И вы потом пересмотрите, я 2 раза повторяла, потом запишите. Под эфиром внизу, там, где была реклама, что сегодня будет в 19:00 эфир к празднику. В комментариях я выставила призыв четвертей света еще раз. Но те, кто был у меня на моих мастер-классах платных, те уже скачали себе призыв четвертей, но все-таки я его... Все-таки я его выставила просто так в комментариях. Итак, вы просите призыв Бога и богини, потом выставляете стихии на алтаре.
Если у вас нет алтаря, вы выставляете на ткани просто олицетворение стихий. Прочитали призыв к Богу и к Богине, обратились к стихиям. Вы можете на свой алтарь, и когда вы обращаетесь к себе, вы можете положить какую-нибудь вещь, которая будет защищать вас, которую вы будете носить постоянно на себе. Вы можете положить туда брошь, вы можете положить на цепочке амулет. Единственное, что я очень прошу, никаких религиозных атрибутов туда не надо ложить. Никаких ладанок, никаких крестов на алтарь не ложится. Возможно, я не знаю, какие-нибудь амулетики такие, которые будут больше веканские, больше стихийные, больше такие вот ведьмины такие. Спасибо, Алиса, спасибо. То есть вы выставляете на алтаре все и ложите, ну я не знаю, можно браслет какой-нибудь положить из натуральных камней. Очень хорошо будет, допустим, защита стихии, когда вы будете в браслете там, можно, допустим, поставить камни стихийные в этот браслет там. Или вот как я вот делаю, браслеты стихийные, допустим. Или, допустим, ну, сделать деревянный какой-то браслет. Защитный кристалл можно, да, Дианочка, можно. Можно, потому что не забывайте, что камни, которые, кристаллы, они хранились в земле, они под стихиями, под четырьмя стихиями, они созревали, они росли, эти кристаллы. Поэтому камни, дерево, металл олицетворяют стихии. И их можно, эти амулеты, использовать в середину, на столе положить. И вы читаете такой вот призыв. Стихии великие, сила могучая, и я, называете свое имя. Можно не ведовское имя, а можно имя свое, какое у вас есть. Ну, я вот сейчас буду говорить за себя. Я, допустим, читаю. Стихии великие, сила могучая. Я, Ирина, прошу вас помощи. Я прошу у вас защиты от нечисти. Пусть вода захлестнет врагов моих. Пламя великое их сожжет дотла. Примет в себя их мать сыра земля, а останки развеются по ветру. Стихии великие, сила могучая, защитите меня вы от нечисти, защитите вы всю семью мою, чтобы мы жили спокойно да счастливо. Все, вы оставляете предметы. Можете проговорить этот заговор 3, 6 и 9 раз, я забыла этого сказать, то есть как вас потянет. Вы говорите этот заговор, оставляете, пока свеча, олицетворяющая огонь и благовоние, которое, если вы зажгли благовоние, они должны догореть, и свеча должна догореть. Вот когда только свеча догорела, вы можете забирать с вашего импровизированного алтаря, можете забирать этот амулет, который вы заряжаете. Я еще раз прочитаю заговор. Эфир будет в записи, пересмотрите. Все под низом писать я, к сожалению, не могу. Стихии великие, сила могучая, я имя. Прошу вас помощи. Я прошу у вас защиты от нечисти. Пусть вода захлестнет врагов моих, пламя великое их сожжет дотла. Примет в себя их мать сыра земля, а останки развеются по ветру. Стихии великие, сила могучая, защитите меня вы от нечисти, защитите и всю семью мою, чтобы мы жили спокойно да счастливо. Здесь я вам не сказала закреп, то есть замочек. Почему я не говорю замочек? Потому что у каждого замочек свой. Ну, можно говорить быть тому и так и будет. Так и есть, так и будет. Можно сказать быть тому заклято. Можно сказать просто заклято. Можно сказать ключ, язык, замок, заклято. Каждый выбирает себе тот замок, который вам будет просто по душе. Если вы хотите, вы можете сделать абсолютно даже свой замок. Иногда говорят, чтобы хорошо легло, нужно говорить не быть тому, а бысть тому. То есть на данный момент это ваше решение. Вот. Поехали дальше. Я вам дала защитный обряд, который можно будет сегодня провести.
Также можно провести в этот день обряд пробуждения сверхспособностей своих. Те, кто хотят поверить, ведьмочка она, не ведьмочка, могут они заниматься какими-то эзотерическими практиками или видовать, не могут они видовать. Те, кто хотят пробудить в себе не только какие-то способности, но и пробудить, допустим, какое-то творческое мышление, потому что все-таки магия в первую очередь это творчество. Многие свои ритуалы я не брала у кого-то, мне не давали, я пишу их сама, это мои авторские ритуалы. Поэтому с радостью, что могу, то даю. Так, нужно взять три веточки от разных деревьев. Если вы, теперь смотрите, я хочу сказать, что веточки вот эти вот нужно найти. По обычаю их находят. Вот сегодня или завтра вы можете найти веточки. Но если у вас, к сожалению, вот вы не нашли этих веточек на земле, которые еще живые, они не сухие, они должны быть живые, вы можете отломать веточки у дерева. Но когда вы будете отламывать веточки у дерева, просто так что-то взять нельзя. Оставляйте всегда под деревом копеечку. И когда вы ложите копеечку под деревце, вы должны положить ее орлом вверх и сказать «уплочено». И тогда вы берете веточку себе на ритуал. Вам нужно будет три веточки от разных деревьев. Желательно, чтобы веточки были не отломленные от дерева. Но опять же я говорю, это желательно. Вот, принести их домой и приготовить три штуки нитки. Но если у вас нет нитки красной, белой и зеленой, приготовьте, пожалуйста, ленты. Если у вас есть ленты, конечно, потому что сегодня все-таки обматывают шест, олицетворяющий Бога, мужское начало, лентами. Поэтому желательно, конечно, сегодня ленты. Но если их нету, красной, белой и зеленой, давайте будем обходиться нитками шерстяными, если у вас есть для вязания, там, простыми швейными. Все, что есть, ищите в доме, тяните на свой алтарь, тяните в свою комнатку или уголочек, где вы будете сегодня ритуалить в эту ночь, и подготавливайте себе свое место. Вот, нужно завязать красную нитку на одну из веточек. Делая три узла, нужно читать заговор. Но опять же, я предупреждаю здесь, не забывайте, что прежде чем делать какой-либо обряд или ритуал, вы должны призвать Бога и богиню, потому что сегодня именно такой день, который будет олицетворять вот эти все ритуалы. Вы будете делать их не на своей силе. Розовая, белая и зеленая, Дариночка, зеленая. Голубая не подойдет. Да. Завтра можно проводить ритуалы до полуночи. Уже в 11 уже можно будет, уже пойдет перепад на вторые сутки. И я думаю, у вас просто ничего не получится, к сожалению. Вообще, во многих странах праздновалось с 29-го, подготовления начинались и заканчивались 5 мая. Были и такие даты, но мы празднуем с 30 на 1. Вот, смотрите, когда вы завязали красную нитку на одну из веточек, делая три узла, когда вы делаете три узла, вот вы делаете три узла перед собой и вы читаете. Как распускается, распустится ветка и станет цветущей, так и мой талант станет растущим. Просеется, пробудится, расцветет. Слово мое крепкое, как узел, и трижды крепко, как три узла. Да будет так, истина. Смотрите, ритуалы, которые я вам даю, они... Да, вы призываете богов, вы призываете бога и богиню, потому что вам нужно обращаться к ним. Но здесь нету... В этих ритуалах здесь обращение к стихиям и к природе и к богам, но здесь нигде не указывается, там я не говорю аминь, я не говорю там именем того. То есть вы делаете это все буквально своя сила идет с призывом богов, с просьбой к ним. Да будет так, истина. Еще раз, завязывая ниточку красную на веточке, три узла, вы читаете заговор, как распустится ветка и станет цветущей,
как, так и мой талант станет растущим, просеется, пробудится, расцветет. Слово мое крепкое, как узел, и трижды крепко, как три узла. Да будет так, истина. Так, эту веточку вы отложили. Берете другую, завязываете на вторую ветку белую ниточку и читаете также на три узла заговор. «Станет мой ум чист и светел, белым днем озарен, белой нитью подтвержден. Как ветка распустится, так и ум разум мой озарится. Слова мои крепки, как узлы, трижды крепки, как три узла. Да будет так, истина». Третью веточку нужно обвязать зеленой ниткой или зеленой лентой и сказать заговор. «Как земля-матушка пробуждается, просыпается, так и я вдохновляюсь. И солнцем, и ветром, и светом, и тенью, и птицей, и зверем, и человеком. Все, к чему прикоснусь взглядом или рукой, проснется, пробудится и расцветет. Слова мои крепки, как узел, и трижды три крепки, как три узла. Быть тому истина». Еще раз читаю. «Как земля-матушка пробудится» – это третья ниточка зеленая, завязанная на веточке или ленточке. Или ленточка. «Как земля-матушка пробуждается, просыпается, так и я вдохновляюсь и солнцем, и ветром, и светом, и тенью, и птицей, и зверем, и человеком. Все, к чему прикоснусь взглядом или рукой, проснется, пробудится и расцветет. Слова мои крепки, как узел, и трижды три крепки, как три узла. Быть тому истина». После того, как вы это все сделали, вы должны соединить все эти веточки воедино. И сказать оговор, когда будете соединять. Не надо отдельную какую-то веточку или ниточку, чтобы их три соединить. Вы можете просто оставшиеся вот эти ниточки соединить вместе. Если хотите, вы можете какой-то там белое или зелененькое, вы можете соединить эти три веточки и сказать. «Все три суть одного, все три в одном. Я хозяйка всех трех отныне и вовеки». Эти веточки можно поставить в водичку до тех пор, пока они не пустят корешочки. Я надеюсь, опустят. Можно выбрать такие деревья, которые, вот когда вы их в воду ставите, они пускают корешки. Их нужно постараться, чтобы они распустились, эти лепесточки. И их нужно посадить. Если вы живете в квартире, эти веточки можно вынести и посадить где-нибудь вот на клумбе, за дом можно где-нибудь вынести, посадить. Ну, если вы в Киеве живете, и у вас не получается, там на 15 этаже живете, и у вас в диаметре, там, чи в радиусе 3 километров везде асфальт, сделайте на балконе себе глубокий горшок, где можно будет в землю посадить эти три веточки, и пусть они у вас подцветут немного. Вот такие вот дела. Ну, если у вас не получилось и ветки не распустились, а нужно будет переделать ритуал этот, но этот ритуал вы будете переделывать уже на следующий Белтейн. Вот такие вот пироги. Я думаю, здесь те, кто смотрел, всем понятно все. Если что-то непонятно, можете задавать мне вопросы. И поехали далее. Так, обряд на увеличение привлекательности. Так как у нас сегодня такой день, и мы обращаемся к богине для того, чтобы она дала нам привлекательность, дала нам какую-то силу какую-то женскую, для того, чтобы мы могли зачать ребенка, для того, чтобы мы могли наполниться красотой и силой, можно будет провести такой несложный. А можно и подряд все ритуалы, если осилите, Настеночка. Можно подряд все ритуалы. Поверьте, девчонки, вы даже не представляете, сколько я сегодня буду за один раз, Настя. Вы даже не представляете, сколько я сегодня буду ритуалов делать. У меня просто я, даже знаете, я думаю, у меня ночи сегодня не хватит столько, сколько я ритуалов сегодня буду делать. Поэтому, девчонки, делайте. Осилите, делайте.
Я только за, я попрошу у богов, чтобы вам помогали оптом, оптом. Так, я посмотрела, как свечечки. Так, для второго ритуала вам понадобится. Это на увеличение привлекательности, на увеличение женской красоты, чтобы на вас смотрели мужчины, чтобы вам хотелось выйти на улицу, вспорхнуть после того, как закончится карантин, и вы наконец-то снимем маски. В общем, для красоты, девочки. Для этого вам нужно зажечь 4 свечи и поставить их перед собой. Взять 4 нитки. Желательно ниточки должны быть, ну вот, потолще. Нет! Вот этот, кстати, обряд, который я давала до этого, там, где есть обряд по защите, защиты на 4 стихии, можно и на семью, можно, в принципе, но лучше, конечно, сегодняшние обряды леса посвятить самой себе, потому что вальпургиевая ночь непосредственно мало делается для клиентов или для кого-то. Сегодня именно ведьмина ночь, и сегодня именно, ну, та ночь, когда женщина наполняет себя через бога и богиню с прошениями. Поэтому, ну, желательно, конечно, за себя. Оксаночка, вы меня вводите в краску, честно. Спасибо большое. Так, итак, девочки, обряд на увеличение привлекательности. Зажечь 4 свечи и поставить перед собой. Взять 4 нитки, 2 черных и 2 белых. На черных нитях завязать по 4 узла. На каждой нитке. Вот у вас 4 нити, 2 черных, 2 белых. На черной 4 узла. На второй черной 4 узла. Берете белые нити. На белых нитях завязываете узлы. Но я там дальше скажу. То есть вы завязали 2 нитки и на каждой нитке черной по 4 узла. 4 свечи ставите перед собой. Когда завязываете 4 узла на черных нитках, держа перед собой, говорите заговор. Завязываю, связываю все, что мешает, все, что очерняет, все, что красоту мою устраняет. Все болезни и порчи, все недомогания и угасания, все невзгоды и неприятности, все в узлах, а узлы отдам огню. Пусть он их пожрет вместе с болезнями и порчами, вместе с недомоганиями и угасаниями, вместе с невзгодами и неприятностями. Да расстанусь я с ними навеки вечные, и не вернутся они ко мне никогда. Быть тому заклято. После этого вы сжигаете все эти нити над первой и второй свечой, то есть 2 свечи, над первой и второй свечой вы сжигаете 2 первых черных нити. Потом вы берете белые нити, проносите их 3 раза над огнем свечи, пронести нужно над огнем свечи 3-й и 4-й свечи, и читаете заговор. Как нить белая и шелковистая, горяча от огня, так и я стала бы свежа и бела, красива и румяна, горяча и желанна. Да пребудет со мной сила и здоровье, красота и свежесть, и во веки веков быть тому истина. И слово мое сохранится в нитях, одна на красоту, а другая на ее охрану. После обряда, ну, нити нужны, чтобы они полежали на алтаре, свечи должны ваши догореть, а потом эти нитки белые носить при себе. Это ваши очень сильные обереги. Их можно либо в бюстгальтере носить, либо вы можете зашить в маленький мешочек такой амулетик и эти нитки носить где-то при себе в сумке. То есть это будет лично ваше решение, куда вы их денете. Я делала такой обряд, я белые нитки иногда навязывала на лямочку майки или бюстгальтера, то есть под низ, под кофточку. И выходила с нитками, а потом, когда подходил Самхейн, я их сожгла, когда был Самайн.
на Хэллоуин, на 31 октября, то есть я их сожгла. Я не знаю почему, вот меня просто потянуло уничтожить их на зимний период. То есть я делала там уже на Самайн, я уже делала более такие серьезные чистки и ритуалы, потому что там более такая вот жесткая энергия, холодная, более такая с духами связанная. Поэтому можете носить до следующего Билтейна, хранить их при себе. Спасибо, спасибо, девочки, вы прям меня захвалили, я вот это вот сижу и краснею. Итак, здесь в этом ритуале, девочки мои дорогие, все понятно. Я еще раз его вам продиктую, сейчас еще прогоню, и вам будет более понятнее он, и вам будет более легче с ним ориентироваться. Итак, вы зажигаете 4 свечи, приготовили к себе 2 белых нити и 2 черных нити. На двух первых черных нитях, 2 на двух нитях по 4 узла. На одной нитке 4 узла, на другой нитке 4 узла. Вы будете их сжигать на первых двух свечах. Третья и четвертая свеча стоят для белых ниток. На них ничего не сжигается, но перед вами будут 4 свечки. На первые черные нити, когда вы завязали узлы, вы читаете: завязываю, связываю все, что мешает, все, что очерняет, все, что красоту мою устраняет, все болезни и порчи, все недомогания и угасания, все невзгоды и неприятности, все в узлах, а узлы отдам огню. Пусть он их пожрет вместе с болезнями и порчами, вместе с недомоганиями и угасаниями, вместе с невзгодами и неприятностями. Да расстанусь я с ними навеки вечные, и не вернутся они ко мне никогда, будь тому. Или заклято. Вот, потом вы сжигаете. Ай, без разницы, Оксаночка. Тут сколько, ну, вы знаете, вот такие вот нити, вот такие здоровенные, не нужны. Ну, сколько, вот рассчитайте, сколько вас на 4 узла хватит. Ну, я думаю, сантиметров 25, вот такие вот 20 ниточки. Белые нитки вообще можно, невылычки такие. То есть так, чтобы, знаете, когда вы будете их носить при себе, чтобы они там у вас, знаете, не телепались, а как этого плащ Супермена там где-то. Просто возьмите какие-то нитки, ну, небольшие размеры. Так, белые нити вы берете, проносите над пламенем свечи. Так же пронесите, девочки, так нормально, чтобы не получилось, что будете проносить, оно как пыхнет. Придется ритуал переделывать. Аккуратно так, чтобы вы почувствовали тепло огня, но не нужно прям вот прям над пламенем сильно его опускать. И вы читаете заговор: как нить бела и шелковиста, горяча от огня, так стала бы и я свежа и бела, красива и румяна, горяча и желанна, да пребудет со мной сила и здоровье, красота и свежесть во веки веков. И слово мое сохранится в нитях, одна на красоту, а другая на ее охрану, быть тому истина. То есть, девчонки, по сути, ритуал очень интересный. И я вам скажу, что насколько он прост, настолько он действенный. Он очень хорошо охраняет от крадников на красоту. Особенно, когда возле вас там бродят такие завистники, которые, знаете, у вас там, у нее там нос чуть-чуть, там миллиметр горбинки, а у вас там... миллиметра нет этой горбинки, и уже позавидовали вам. И поэтому, ну вот в данном случае хорошо охраняет, чтобы никто не ставил крадники вам на ваше здоровье по-женски, крадники на вашу женскую красоту. Вот, как бы так. Так, девчонки, здесь все понятно.
спасибо за марсианку. А еще меня такой не называли. Ну да. Так, а теперь, так как сегодняшний день очень интересный, и он привлекает вторую половинку, которая нужна для женщины, для зачатия ребенка, для построения семьи, для построения отношений, вот, мы проведем такой вот обряд. Для этого обряда нужно приготовить 3 белых свечи и 3 красных свечи. Если у вас такого не найдется, для девочки. Если на красоту для девочки, можно лет с 11 можно уже начинать. Если на привлечение отношений, ну тут уже маме решать. Так что... Поняла, Нар, если вы из Баку. Мы с Украины. Так, у нас в Украине все девушки такие красивые. Все красавицы и умницы. И все ведьмы. Так что опасные. Если что, мы можем сделать и на плюс, и на минус. Так. Так, девочки, сбилась. Для ритуала на привлечение к себе любви нужно приготовить вам белую свечу и розовую свечу, или красную свечу. И нужно будет приготовить 13 свечей. Если вы не хотите 13, можете приготовить 12 свечей. Но вам нужно просто сделать себе круг. Можно сделать круг из чайных свечей. Допустим, не надо там искать большие толстые свечи, потому что они, в общем, очень будут долго гореть. Спасибо. Благодарность за каждый ритуал богов. Нет, смотрите, Лесочка, если вы проводите ритуал в один день, вам просто нужно в определенную... Вот смотрите, вот я сейчас уже сделала подношение богам, и я сейчас уже призвала бога и богиню на алтарь. Я попросила их прийти и сопровождать меня в сегодняшний день в моих ритуалах. И вам просто, когда вы будете делать ритуалы, вы уже просто сделали зазыв, вы поставили алтарь, и все, и вы начинаете уже, не надо при каждом ритуале призыв делать. Просто если вы делаете сегодня, как сказали, оптом, значит, ну да. Еще на самогон можно такого наговорить, что у нас еще девочки умеют заговаривать самогон на привороты в Украине. В общем, вам не надо и не обязательно при каждом ритуале делать призыв. Просто один раз сделайте, потому что сегодня такой день, понимаете? В этот день нужно поставить алтарь, славить богов и делать ритуалы. Но не при каждом ритуале, не при каждом... Просто я даю его как отдельный. Я не оптом, что сегодня можно привести, а я даю ритуал, который на выбор. Кто-то захочет сейчас этот сделать, кто-то захочет этот сделать, кто такой захочет другой сделать. Поэтому я как бы на данный момент... Да, Дарин. Я на данный момент даю вот такой вот ритуал. Вам нужно приготовить на этот ритуал одну белую свечу, одну красную свечу и розовое масло. Ну, понимаете, ну надо. Пойдите в аптеку, вы найдете розовое масло. Роз вы никак не найдете, но можете где-нибудь выдрать с клумбы, но они еще не цветут. Иногда на такие ритуалы роза крадется. Нужно ее срезать и украсть. Ребята, я хотела сегодня быть серьезной, вам ритуалы подавать. Вы меня смешите, вот это вот. Так, зажигаете свечи. Если у вас, кстати, если у вас вот, ну вот нету розового масла, ну, или розы нету, ну, найдите розовое благовоние, палочку розовую, пожелать, ну, по желанию, ну, вообще надо.
Но лучше всего, конечно, розовое масло купить. Оно есть, масло розы в аптеке, пожалуйста, купите его. Смазываете маслом, одеваете свечу. Я прям сегодня просто, понимаете, прям сегодня какой-то день такой, видно, все-таки бюллетень влияет на мужчин как-то. Да. Смотрите, что такое одевает свечу? Понятие одевать свечу существует очень давно. То есть, когда вы одеваете свечу, вы просто смазываете маслом. Вы берете свечу и просто ее смазываете со всех сторон. Это называется одевание свечи. Так вот, по-моему, здесь нужно, да, розовую свечу вам нужно смазать розовым маслом. На белой свече вы пишете свое имя, а на розовой или на красной свече... Да, Мария. Нет, Оксаночка, у меня муж дома любимый, в комнате там новости смотрит, пока жена ритуалит у себя в комнате, то есть у меня отдельная комната, у меня нет такого, что уголочек там, потому что мы когда покупали с мужем дом, у меня было условие, мы покупаем дом, где будет моя отдельная комната, но мне так повезло, что у меня не только одна комната, у меня еще и во дворе отдельное помещение есть, да и ритуалю, где у меня есть печь, дымоход, где я превращаюсь из такой вот стихийной хорошей ведьмочки, превращаюсь в страшную деревенскую бабку-шептуху, которая отливает воском, которая отчитывает, отжигает, которая вычитывает, вымаливает людей. Поэтому, когда я работаю в другом помещении, когда я работаю не здесь, где нет алтарей, а когда я работаю в других более таких вот сферах, более темных и общения, там уже совсем другая ситуация. Ну ладно, это все ла-ла-ла. Мы отвлеклись от ритуала. Давайте не будем это, шутки шутками. Ну вот, вы должны приготовить белую и красную свечу. На белой свече вы пишете свое имя, на красной свече вы пишете слово «любовь». И вы ставите их перед собой, но когда вы поставили свечи перед собой, вот так вот вы их на столе ставите, поставьте какие-то, свечи должны быть толстоватые, примерно вот такие вот. То есть свеча, по сути, должна быть приблизительно вот такая. Можно чуть меньше свечи, можно ну, где-то вот такую вот свечу. Но так, чтобы ваше имя поместилось и слово «любовь» на второй свече. Ну, у меня здесь черные и желтые, но нужно белую свечу и красную свечу. Если белой нету свечи, можете желтую восковую чистую свечу. Но обязательно должна быть красная свеча, и на ней написать слово «любовь». И когда вы зажигаете полностью круг из свечей, из 13 других свечей, белых чайник таких свечей, пожалуйста, зажигайте по часовой стрелке. То есть вы как бы замыкаете ведьмин круг. Естественно, в этот день вы уже поднесли Богу и богине подношения, вы их призвали к себе на праздник. Вы уже начинаете праздновать его. Вы можете сегодня, так как... Здравствуйте, Ростик. Так как сегодня уже начинается празднование, а многие купят только завтра на этот ритуал, купят все вот эти составляющие. Поэтому хочу вам сказать, что сегодня вы можете сделать подношение и призвать, попросить, чтобы ваши ритуалы завтрашние сбылись и отпраздновать сегодня праздник. Ну а завтра вы уже можете там еще раз позвать их к себе и начинать ритуалить. Итак, вы написали на одной свече свое имя, на другой свече написали «любовь» и читаете 12-13 раз или 33 раза. Тут уже будет ваше личное, ну не 6 и не 9, то есть вы читаете 12-13 раз или 33. Тот, кто меня ищет, найдет. Тот, кто меня ждет, да дождется. Да соединится наши пути и дороги, и встретимся мы на перекрестке путей. Быть тому заклято. И вы это читаете
12, 13 или 33 раза. Потом дальше читаете. «Станет у нас дорога навсегда в любви и согласии, сердце к сердцу, навеки и едино быть тому заклято». То есть вот этот вот заговор нужно обязательно читать, по крайней мере, здравствуйте, по крайней мере, хотя бы раз 12 вы должны прочитать. Не все 33 раза выдерживают, я вам 40 раз я читаю, не знаю, мама такой родила, Анар. Вы должны прочитать вот этот вот обряд, и свечи должны догореть. Ни в коем случае нельзя тушить свечей. Тушилки есть, существуют вот такие вот тушилки. Вообще руками там задувать свечи вообще не рекомендуется в обрядах. Существуют вот такие вот тушилочки. Но ни в коем случае, пожалуйста, не тушите дуновением. Конечно, если у вас там от этой свечи нечаянно зажжется скатерть или там ткань какая-то. Кстати, ткань под это обязательно должна быть розовая, или красная, или белая. Вы обязательно должны постелить эту ткань. То есть, смотрим. Поставили перед собой две свечи. Я буду, конечно, показывать на таких свечах. Поставили перед собой две свечи. Расстелили ткань. Поставили вокруг себя 13 свечей чайных. Зажгли их по кругу. Призвали Бога и богиню. Потом, зажигая эти свечи, одели свечи. Естественно, розовая свеча уже будет одета в масло розы. Скажу так. По тому, что я занимаюсь свечной магией, маслами, аромамаслами, я составляю букеты, и скоро будет платное обучение «Магические лампы» на основе масел, то я много рецептов знаю. И я вам скажу, что розовое масло за неимением розового масла, розовое масло заменяется маслом ванили. Ваниль тоже очень хорошо способствует привлечению любви. Корица не надо. Многие спрашивают, можно корицу заменить. Корица, она больше успокаивает. Она больше дает человеку спокойствие и не дает ему думать мозгами нормально. Он больше становится оседлым семьянином, и страсти в вашем путнике, которого вы встретите в будущем, не будет. Он будет более спокойный, будет у него, знаете, пришел с работы, телевизор включил и все. Поэтому какое масло вы добавите в свечу, такое масло своим благоуханием, оно привлечет в вашу жизнь именно такого спутника, который будет сексуальный, который будет темпераментный такой, который, знаете, не будет тюхой. Лаванда ни в коем случае не подходит, потому что лаванда, она все-таки на ментальном уровне играет роль чистки, Дианочка, и лаванду добавляют свечи, которые чистят, потому что она очищает ментальный уровень очень хорошо. И лучше, если вы делаете, будете чистки или свечи на защиту делать, то тогда добавляете лаванду. А именно там, где привлечение любви, там вы можете несмотря на то, что как бы считается, что лимонное масло – это масло денежное, апельсиновое лимонное масло, то я вам скажу так, что лимонное масло можно тоже добавить, если за неимением, но лучше либо ваниль, либо розовое масло. Вот. И можно палочку ароматизированную там поставить, розовую. Благовоние обязательно в таких ритуалах. Обязательно. И свечу вы одеваете снизу вверх. Вы намазываете свечу, то есть одевание свечи, когда вы что-то приближаете к себе, то нужно поднять энергию. Когда вы чистите что-то или вы очищаете себя или защиту ставите, вы свечу одеваете в масло снизу, сверху вниз. Но когда вы что-то привлекаете, вы снизу вверх намазываете свечу маслом. И тогда вы как бы, я здесь, вы привлекаете это все, понимаете? Итак,
Две свечи, красная и белая. На красной пишите слово «любовь», на белой пишите свое имя и читаете, ставите в круг 13 свечей, перед собой эти две свечи. Вы должны четко знать, хотите ли вы свою вторую половинку к себе призвать или вы не хотите. Не делайте каждый ритуал просто так, потому что вам хочется проверить, сработает он или нет. Нет, мятное масло, оно больше денежное, и апельсиновое, оно больше открывает энергию денег. Мята, она больше, очень хорошо это масло использовать, когда вы хотите привлечь к себе клиентов, и клиентов, которые будут приносить вам деньги, если вы предприниматель. Мятное масло идет как более энергетически денежное. А вот апельсиновое, оно непосредственно финансы. То есть деньги ниоткуда, иногда говорят на апельсиновое масло. Как я сказала, розовое или ванильку? Девочки, розовое или ванильку? Итак, намазали, поставили, зажгли круг из 13 свечей вокруг себя. И, кстати, я вам так скажу, что если по ведьминым обычаям, если у вас вот, ну, вот не тянет вас 13 свечей, и вы боитесь числа 13, пожалуйста, вы можете поставить себе в круг 12 свечей. Можете даже, вот как сказано тут 33 раза читать, вы можете вообще 33 свечи поставить. То есть, насколько у вас финансы ваши позволяют купить этих свечей, насколько вы, пожалуйста, можете и ставить себе. Да, правильно, Лесочка. Для денег оно во все составные идут мята, розмарин идет и можжевельник. Можжевельник снимает прорыв, делает пробой масла в канале. Ну а мята и розмарин, они подтягивают клиентов и энергетический канал денежный. Эти масла. Но опять же, нужно думать и знать, как... Приветик, Ириша. Нужно думать и знать, все-таки, как вы эти маслами будете распоряжаться, как вы будете одевать, как вы будете смазывать свечу, куда вы добавлять, чтобы... потому что некоторые масла, которые, казалось бы, на плюс, они могут сделать обратную реакцию, потому что человек просто неправильно воспользовался этим маслом, понимаете? Итак, и вы читаете. Тот, кто меня ищет, найдет меня. Тот, кто меня ждет, да дождется. Да соединится наши пути и дороги. И встретимся мы на перекрестке путей. Станет у нас дорога навсегда в любви и согласии. Сердце к сердцу, навеки едино. Быть тому заклято. И опять же... Анар, я вас, конечно, уважаю, понимаете, но у нас сегодня праздник был Тейн, и у язычников сегодня ритуалы, понимаете, а не объяснение тут, а кто какой красивый, а кто какой некрасивый. Нормально, Настенька, нормально. Нормально. Как раз вот сегодня вот такие сладкие булочки. У меня бублик лежит. Такой, знаете, мне сегодня просто некогда было печь. Я просто купила маковый бублик, такой олицетворяющий колесо года. И я этот бублик на алтарь, а в него внутрь, в это отверстие, поставила бокал с вином. Ну, сейчас покажу приблизительно, как вот у меня подношение. Вот я, вот смотрите, как я ставила сегодня на алтаре. Вот у меня вино в чаше, и бублик у меня вот так вот лежит, и так вот у меня богу и богине такое вот. Да. Да. Девочки, смотрите, Оксаночка задала правильный вопрос. Молоко нельзя, можно молоко. Теперь смотрите, все подношения, которые отлежат на алтаре сутки после праздника, выносятся под дерево. И оставляются, их нельзя выкидывать в мусорку, их нельзя,
надо идти, Настя, в магазин и покупать вино. Вино должно быть обязательно сегодня. Вино непосредственно должно быть. Диана, ну, у меня тоже, кстати, такое. Ну, знаете, Алексей, знаете, если вы самоизоляцию сделали как какой-то, я не знаю, ритуал такой, то, ну, разве что вы в обнаженном виде ляжете на алтарь перед женой, скажите, смотри, какое подношение тебе в сегодняшний день. Это тоже как вариант, знаете. Подношения все выносятся под дерево. Постарайтесь вынести под дерево и там оставить. Не надо ничего говорить, не надо ложить никаких монет, там уплочено, не уплочено. Просто вино выливается, булочка ложится под дерево, птички либо животные, они все-таки, они сами будут знать, как его съесть. Теперь смотрите, еще один ритуал на привлечение любви. Нет, 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 Лесочка, с голубями на перекрестке, и это не та сейчас ситуация. Перекресток – это другая ситуация. Тут идут подношения у богов. Вы не скармливаете голубям порчи, понимаете? Вот если вы отнесете голубям на перекресток, это делается при чистках, разносятся заговоры черные, разносятся сглазы, снятие порчей и все остального выносится именно на перекресток. И нужно скормить птицам крошки. Вот тогда разносится порча и все остальное, оно разносится птицами. А в данном случае именно нужно только под деревом. Я надеюсь, здесь понятно. Так, еще один на любовь вам. Так как у нас сегодня любовь, у нас любовь и любовь. Вы знаете, я как сегодня прям вообще как за сколько времени столько ритуалов на любовь и не давала. У меня в основном, у меня жесткая работа. Я занимаюсь чистками. У меня такие заговоры больше, знаете, более жесткие планы. Ну, раз у нас сегодня любовь, значит, будем на любовь. На любовь и на желание. Для этого вам нужно выбрать украшение. Опять же, украшение должно быть натуральное, либо металл, либо дерево, либо камень. Зажечь свечу, извините, уже заговорилась. Нужно зажечь свечку. Свечка должна быть либо белая, либо розовая, либо серая, либо желтая. Но только все ли виды свечей, кроме черных. Зажигаете свечу, проносите вашим амулетом, опять же, над свечой. Так, вы можете вот так вот, можете по часовой стрелке вот этот вот амулет над свечой поносить. Вот так вот подержать, чтобы он нагрелся. Потом положить этот амулет на скатерть, там вы можете там носовой платочек взять чистенький. Но главное, что любви много не бывает. Я с вами согласна, Дианочка. И снова добрый вечер, Владимир. Марьян, да. В общем, девочки, вы обязательно положите свой подвес, амулет, выложите на какую-нибудь ткань, можете на кусочек ткани, вы можете потом в этом мешочечке, какой-то мешочек придумать, в нем хранить. И вы читаете. Он очень простой, этот ритуал. Но самое главное, что когда вы будете его исполнять, вы будете призывать Бога и богиню, понимаете? Поэтому в данном случае все ритуалы, которые самые простые сегодня будут сделаны, они будут сделаны через прошение к высшим силам. Зажигаете свечу, проносите амулет вот так вот над свечечкой и читаете заговор.
Любовь предо мной, любовь позади меня, любовь рядом со мной, любовь надо мной, любовь подо мной, любовь внутри меня, любовь исходит из меня, любовь идет ко мне, я имя любима, быть тому истинно. И ложите этот амулет возле свечечки, свечечка догорает, огарочек вы выносите под деревце туда же ложите копеечку орлом вверх и говорите «уплочено», и идете домой, ни с кем не разговаривая. Огарочек этот от свечи вынесли, поставили, пришли домой, и теперь можете брать свой амулет и носить для того, чтобы в вашей жизни все время присутствовала любовь. Или для привлечения любви, в данном случае, если у вас, нету ее сейчас любви, или вы хотите наладить отношения с вашим любимым или с мужем, тоже хорошо подойдет. Вот, теперь ритуал пентаграмма для того, чтобы исполнилось ваше желание. Так как сегодня оплодотворяется земля, так как сегодня происходит зачатие великого бога, великая богиня сегодня беременеет, мы сегодня будем делать ритуал на приобретение чего-то, именно в существенном таком плане, когда вам нужно ваше желание исполниться, чтобы оно исполнилось, ваше желание, 5 ваших желаний, так как в пентаграмме 5 лучей, мы будем делать 5 желаний. Для этого вам нужно стандартный листок. На стандартном листе нарисуйте круг, а в кругу нарисуйте пентаграмму, звезду. 5 свечей нужно, чайных можно, можно тонкие свечи, можно опять же чайные свечечки купить, вот такие вот таблетки вот эти. В каждом лучке вы пишете кратко свое желание. В каждом лучике вы пишете свое желание кратко. Вот в каждом луче вы написали свое желание. В середине своего вот этой вот пентаграммы, в середине вы пишете свое имя. Расставляете свечки, начинаете расставлять пентаграммы с вершины. Расставили свечи, зажгли их. Зажгли свечки. И читаете заклинание 3 раза. В это волшебное время силу огня призываю, силой вальпургиевой ночи заклинаю, солнце и луну мне помочь, то, что загадала, исполнится в эту ночь, быть тому заклято. Над каждой свечой вы читаете по 3 раза. Когда свечи догорят, они затухнут все, вы должны над металлическим подносом или над тарелкой сжечь эту бумагу и пепел не выносить сразу. На следующий день вы возьмете этот пепел, и вы должны вынести его и развеять над природным источником. Если у вас не получится над рекой его где-то развеять, ну что ж, можете его убрать под кран. Водичку под кран и проговорить такие же слова. В это волшебное время силу огня призвала, силой вальпургиевой ночи заклинала, солнце и луну мне помочь, то, что загадала, исполнилось в эту ночь, быть тому заклято. То есть, когда вы отправляете за водой этот пепел, вы проговариваете то, что уже как бы исполнилось. И все. И ждете исполнения своего желания. Так, я думаю, здесь всем все понятно. Не знаю, я хотела еще один ритуал дать, но не могу его найти в своей книге теней. Представляете? Вот. Так, ну, в принципе, тут я все дала.
Теперь смотрите, есть еще один очень интересный обряд. Он довольно-таки простой. Да, огарки свечей в землю. Огарки свечей в землю. Так, теперь смотрите, так как сегодняшний день очень интересный в плане очищения себя от всего старого и негативного, сегодня очень довольно-таки неплохо провести один из обрядов очищения. Опять же, не поняла, Марьяночка. Опять же, этот ритуал довольно-таки простой. В древности делали так. В древности зажигали коридор из костров и проводили животных, проводили людей, которые больные, через костры вот это, через коридор костров, или прыгали через костры помоложе. Очищались через костры. Да, можно, Дианочка, можно и дочкам провести желание. Добрый вечер, Ирочка. Смотрите, так как у нас, мы сейчас живем в квартирах, и, к сожалению, но у нас нет возможности сделать себе в квартире костер и провести всех своих родных, очищая через костер. В данном случае вам просто нужно взять 13 свечей. 13 свечей могут быть такие вот большие, могут быть маленькие, могут быть крученные из вощины. Можете взять чайные свечечки. То есть тут без разницы уже будет, какие свечи вы берете. Вы выставляете их в виде коридора. И проходя через этот коридор, вы так и говорите через эти свечи. Вы сначала же, естественно, вы призываете... Нет, у дочки свое желание должно быть, Марьяночка. Нельзя совмещать свои желания с дочками. Нужно, у каждого человека должно быть свое желание. Давайте так, котлеты отдельно, мухи отдельно, девчонки. Нельзя, не лепите все. Теперь, девчоночки, смотрите, когда вы проводите себя, проходите через этот коридор, либо вы проводите человека, либо кто-то из детей ваших будет проходить через этот коридор свечей, вы просто скажите: «Счищаю и снимаю все с себя, все чужое, все лихое, все, что было насланное, все, что было сказанное или все, что было сделанное мне. Все, что лихое, и все, всю болезнь, все порчи, все сглазы, все привороты и отвороты и рассорки. Все снимаю огнем свечей и через коридор этот очищаю. Быть тому заклято». Прошли, сказали, пусть свечи догорят. Свечи вынесите под дерево или выкинете в мусорку. Вот здесь вот такие вот свечки, они как бы являются свечами чистки. Поэтому, ребята, эти свечи... лучше, конечно, выкинуть в мусорку. Делать с вами можно. Вы можете прям сесть за одним столом. Вот стол такой круглый. Каждому по листку, по 5 свечей. Каждый себе там пентаграмму чертит. На ней свои желания. И прям на одном столе вы можете, Марьяночка, делать.
Я могу сделать. Я просто пока не обращаю, но я не люблю навязчивых ухажеров. Так, Анар, я вас понимаю, что вы хотите сделать мне комплимент и все остальное. Но я вас очень попрошу, пожалуйста, у нас сегодня эфир не для того, чтобы раздавать здесь какие-то комплименты или заниматься лестью. Это раз. Во-вторых, я очень не люблю такого. Сейчас в этом эфире собрались люди, которые проводят ритуалы, мы празднуем свои праздники. И мне сейчас лесть вот такая вот и восхищение мной сейчас ни к чему. Вы понимаете, я просто не могу сейчас выйти с прямого эфира и просто заблокировать этого человека. Но я вас очень прошу. Я сейчас разозлюсь, и я, не дай бог, могу еще, знаете, для вас это будет плохо, если я могу что-то пожелать. Когда я добрая, тогда я добрая. Когда я злая, поверьте. Окей. Смотрите. Я вам дам ритуал из своей книги. Я хотела сделать такой ритуал защиты, потому что чистки и привлечения любви я вам дала. Теперь смотрите, очень неплохо сделать... Очень неплохо сегодня сделать еще ритуал на защиту от болезней. Как он производится? Если у вас есть в доме засушенная лаванда, вы можете на алтарь перед Богом и богиней положить засушенную лаванду и попросить у них через подношение осветить эту лаванду, чтобы она была для вас как... Спасибо. Смотрите, если у вас засушенной лаванды нет, вы можете взять, но я не знаю, я вам сейчас приблизительно покажу, какие я шью амулеты, и вы можете сделать себе такой амулет на защиту. Сейчас вам покажу. Смотрите, есть такие амулетики, если вы хотите, вы можете их сшить собственноручно. Я шью в интернете, заказываю фетр. В интернете можно также выкройки такие скачать, распечатать на принтере и просто приложить, вырезать и сшить руками.
То есть я шью иголкой не на машинке, именно они шьются, а такие амулеты шьются именно вручную. Потому что когда вы шьете иголкой и вручную вы шьете, это производит как иголка и нитка, это как магический ритуал. Вы можете, крапива нет, крапива она больше, я вам скажу честно, Олесочка, это, конечно, классно, с одной стороны, по крапиву, но крапива, она может проклясть человека. Это опасная штука. Крапива может проклясть. Лучше сюда для защитного такого амулета, лучше сюда добавить полынь, траву засушенную. Сюда можно вот так засунуть, вот так вот полынь. Сюда можно положить четверговую соль. Спасибо. Добрый день, Светланочка. Четверговую соль можно. Смотрите, можно сюда зверобой, можно васильки положить, можно какой-то свой оберег. Вот я давала на белые ниточки. Можно такие белые ниточки для привлечения любви, можно засунуть вот такой вот оберег. Но я делаю разные обереги. Я очень люблю потом на алтарях, в круге силы заряжать. Я такие шью. Их очень просто шить. Их даже можно, допустим, не обязательно вот такой формы. Просто эта форма богини-матери считается. Это веканская такая штука. Это олицетворение богини-матери, богини всего живого. И вот здесь делаю я такие обереги. И вы когда сошьете такой... Да, Владимир, я с вами согласна. Когда вы сшили такой амулет, когда вы его наполнили, нельзя добавлять в эти амулеты крапиву и табак. Не добавляйте эти травы, потому что если находящийся с вами рядом человек, вы можете нанести такой себе непреднамеренный урон. Это может повлиять как проклятие на человека. Поэтому, если вы будете делать на врага, шить вольта такого и туда забивать полынь, крапиву, черный перец, табак с определенными заговорами, тогда да. Добрый вечер, Юлечка, добрый. Тогда вам, да, можете добавить туда крапиву и можете добавить туда табак. Итак, для такого амулета вам нужно сделать себе амулет. Вы можете просто, не надо обязательно там шить какие-то выкройки. Вы можете взять маленькие ткани, четырехугольную, внутрь положить травки. Какие травки для оберега? Полынь, зверобой, можжевельник, можно четверговую соль, можно простую соль. Можно полевые васильки хорошо, мята очень хорошо, кошачья мята подходит. Что еще подходит? Чертополох хорошо подходит. Это те травы, которые можно... Табак, листья табака. Да, можно. Вот... И когда вы зашиваете в такие амулетики, вы можете, даже если это обережные амулетики, как денежные, можно туда перловку, там, допустим, зерна пшеницы можно туда добавить. То есть добавляются и такие штуки. Масла можно туда капнуть, но только много не перебарщивайте, 1-2 капли, потому что, во-первых, масла будут... они будут жирные пятна оставлять. Лучше, конечно, в данном случае, вот лучше травы, сами травы лучше. Рябина, смотрите, рябина, она хороша лесом. Я скажу вам так, относительно рябины, не листья, либо засушенные ягоды рябины, либо кору. Рис классно. То есть эти амулеты, но мы сейчас разговариваем на защиту от болезней.
Такая защита ложится на столе, ложите чабрец. Чабрец это вообще шаманская трава. Чабрец очень шикарная шаманская трава. Ей пользуются шаманы и ее используют в свечах на защиту. Чабрец тоже шикарно. Шикарно пойдет и чабрец. Шьете такой амулет. Чертите на столе круг, белый круг. Призываете Бога и богиню. Этот ритуал можно сделать сегодня. Это то, что я говорю, что можно сделать сегодня. Но если на данный момент у вас не получается его сделать, вы можете его сделать на следующее полнолуние. Когда будет полнолуние, вы можете сделать себе такой оберег. На полнолуние, либо на праздники, вот такого вот типа делаются такие обереги. Это раз. Во-вторых, вы должны понимать, что когда вы будете делать этот оберег, вы призываете две стороны силы. Вы призываете и темную силу, и вы призываете и светлую силу. То есть ну, призыв будет такой себе. Зажигаете две свечи на алтаре у вас или возле круга. То есть когда вы начертили мелом круг, у вас должна быть справа стоять черная свеча, слева у вас должна быть стоять фиолетовая, либо белая свеча. Зажигаете эти две свечи, садитесь напротив, ложите этот амулет в середину круга и читаете. Силы темные, силы светлые, мои верные вы помощники, обращаюсь к вам за защитою. Вы спасите меня от болезней всех, чтоб жилось мне легко и радостно. Чтобы никто меня заразить не смог, чтобы жить нездраво и счастливо. Но если мимо идет больной, обратите заразу проклятую, чтобы вовеки не болеть мне ничем, чтобы не пить мне лекарства проклятые, заклято истина. У меня такие амулеты, я себе делаю, делаю семье их, у меня над дверью висит, над дверью висит. То есть он довольно-таки простой, но это все делается через обращение. Так что такой вот обряд. Если вам понравится, пользуйтесь. Я думаю, здесь понятно. Если что-то непонятно, можете сейчас задавать мне вопросы. Так. Во благо. Всем сегодня во благо. Смотрите, Дианочка, если по поводу вопроса, у меня вопрос, если по поводу оговоров, свой можно своими словами, скажу вам так, если вы пишете свои авторские ритуалы и можете на амулет написать свой заговор, вы можете, можете попробовать, я не против, я думаю,
высшие силы тоже будут не против, и в любом случае вас услышат и увидят, и я думаю, что можно попробовать. Не забывайте, девочки, когда вы работаете с стихиями, когда вы работаете, нужно хорошо призвать стихии, правильно призвать. Да, алгоритм сохраняется. Так, немножко я вам сейчас почитаю здесь, как призывать силы стихийные. Я выложила призыв четвертей света. Что такое призыв четвертей? Это призыв элементалиев стихий, это призыв самих духов стихий, это призыв самой стихии, это призыв элементов всех стихий. Приходите, скоро будет по защитам и магические лампы и ведьмины бутылки. Вот 11 мая будет ведьмина бутыль, мастер-класс по ведьминым бутылям. Я буду давать рецепты ведьминых бутылей, но не тех, которые плавают там в интернетных просторах, ляп не то, скажи это, а я буду делать мастер-класс со своими ведьмиными бутылями, со своими рецептами, как что наполнять, как что ставить, как в какой круг, то есть ведьмины бутыли. Магические лампы будут, по магическим лампам, это на основе масла оливкового, на основе репейного, на основе миндального, на основе кокосовых масел жидких. Будем добавлять эфирные масла и будем делать рецепты, рецепты масел для призвания богов, для излечения, для очищения, алтарные, стихийные масла, то есть потом можно будет эти лампады зажигать, и эти лампады будут гореть у вас на алтаре столько, сколько вам надо, то есть это очень древние рецепты, и древние, на, так как в древности свечей было мало, и не всегда их делали, то делали масляные лампы такие вот, и вот эти масляные лампы мы будем делать рецепты масляных ламп для проведения ритуалов. Такое тоже будет. И вот 7-го, 2 дня, 7-8 число, 7-8 мая, это будет эфир по защитам, защитные круги, защиты на работу, защиту на... много всего будет такое вот, но... Эти эфиры, они, это обучение, оно платное. Итак, по призыву четвертей света. Когда вы что-то делаете, какой-то ритуал, особенно если это касается веканской магии, особенно если это касается стихийной магии, особенно если это касается даже деревенской магии, даже там северной традиции, славянской традиции, иногда, когда вы открываете и закрываете круг, в любом случае вам нужен призыв стихий. Так вот, сегодняшний день... Болит голов. Юлечка. Я не знаю, я вам так скажу, кроме того, что сегодня идет наполнение и магия любовная больше, вы попробуйте, но я бы это сделала, конечно, ближе к полнолунию, после праздника уже, завтра бы, может быть. Но вот болиголов, вы же понимаете, что он резко бьет, и когда из него сделать пентаграмму, он будет как портал. И, ну, это практически мясорубка, понимаете? В вашем, в болиголове вашем, в пентаграмме, если сделать лентами, и если призвать стихии на охрану дома, ну, я вам скажу, что это будет просто мясорубка. Я не думаю, что просто в этот день
Хотя, кто его знает? Вы понимаете, что если считается по Вальпургиевой ночи, если смотреть, то сегодня непосредственно такие серьезные ритуалы защитные и просьбы к темным и светлым силам. Давайте так, Юлечка, если вы хотите это узнать, давайте попробуем посмотреть, другим способом посмотрим. Ну и сейчас посмотрим, что даст вам этот ритуал. Понимаете, из колоды сразу выпала двойка мечей. Вот здесь бы двойственно. Я бы не сказала, что здесь хорошо станет защита на ваш болиголов. Не сегодня. Вы можете сделать это, Юлечка, но не сегодня. Сегодня двойка кубков выпадает. Сегодня лучше делать ритуалы, говорят, чтобы сберечь семью. Сегодня идут ритуалы любовные, которые вам нужны больше либо для семьи, либо отношений. Сегодня вам нужно будет ритуал не защита семьи, а защита ваших личных отношений с вашим мужчиной. Вам нужно поберечь ваши отношения, понимаете? Спасибо, Ирочка. Итак, по призыву, по четвертям света. Смотрите, стандартный призыв делается очень просто. Когда вы открываете и закрываете круг, особенно в сегодняшний день, когда кто-то будет жечь свечи или зажигать сегодня костер, у которых там у кого-то из людей получится, обязательно нужно сегодня произнести призыв Богу-богиню и призыв стихиям, потому что непосредственно... Да, надо подождать, не время. Приветик из Баку. Приветик из Украины. Итак, вы обязательно... Я скинула этот документ, вы можете скачать, он у меня будет. Я еще его подкину в комментариях там, все, кто был в эфире. Можете будет... Потом можно будет его... Он в вердовском документе. То есть вы прочитали призыв стихий, потом прочитали призыв Бога и богини, а потом уже делаете целую ночь и целый вечер ритуал. Встали, открыли круг свечами, ножом вот так вот обчертили, там чем угодно, и читаете. «Приветствую силы Востока, силы воздуха, золотые лучи рассвета, восходящие над землей солнце, приди в мой круг». Ее дыханием, живым воздухом обернись и будь со мной. Приветствие силы юга, силы огня. Полуденная жара, солнце в своем зените. Приди в мой круг, его духом и огнем обернись и будь со мной. Приветствую силы запада, силы воды, синие волны океана, теплые воды морей. Придите в мой круг, ее слезами и водой обернитесь и будьте со мной. Приветствую силы севера, силы земли, песок пустыни, горная твердь, придите в мой круг, ее телом и землей, обернитесь и будьте со мной. Силой моря, силой холма, силой ветра, силой пламени, я приветствую духов стихий. То есть вы должны... Вы должны призвать стихии, а потом начинать делать свои ритуалы. Далее, если вы хотите, вы призываете хранителей. Приветствуем вас, хранители Северной сторожевой башни, стихии земли. Мы приглашаем вас в этот священный день, в свой магический круг. Присоединитесь к нашему ритуалу, придите к нам и принесите с собой благополучие и стабильность. Сохраните наш круг, станьте нашими свидетелями. Мы призываем вас, да будет так. Приветствуем вас, хранители Южной сторожевой башни, стихии огня. Мы приглашаем вас в этот священный день в свой магический круг. Присоединитесь к нашему ритуалу, придите нам и к нам и принесите с собой мужество, страсть, эмоции. Сохраните наш круг, станьте нашими свидетелями. Мы призываем вас, да будет так. Приветствуем вас, хранители Западной сторожевой башни, стихии воды. Мы приглашаем вас в этот священный день в свой магический круг. Присоединитесь к нашему ритуалу, придите к нам, принесите с собой силу, жизнь и радость. Сохраните наш круг, станьте нашими свидетелями. Мы призываем вас, да будет так.
Приветствуем вас, хранители Восточной Сторожевой Башни, стихии воздуха. Мы приглашаем вас в этот священный день в свой магический круг. Присоединитесь к нашему ритуалу, придите к нам, принесите с собой мудрость, силу перемен. Сохраните наш круг и станьте нашими свидетелями. Мы призываем вас, да будет так. То есть вы читаете обязательно эти призывы. Тогда ритуалы будут вообще обалденно связаны. Ритуалы будут, как они будут литься, как водичка у вас. Все, что вы сделаете в этот день, призвав к себе все силы, призвав к себе всех помощников, которых только можно, вы просто, ну, ваша работа очень хорошо и тихо, и спокойно ляжет. Да, по листику, а я читаю всегда по листику. Я и выучить наизусть, это просто нереально, Оксаночка. Я уже сколько занимаюсь магией, сколько я, ну, больше 20 лет. Я не могу выучить, а вы говорите выучить по листику, Оксана. Да это нереально, не волнуйтесь, скачали себе по листику и пожалуйста. Так, теперь дальше. Призываете хранителей. Для каждого человека очень хорошо, когда у каждого человека будет хранитель. И когда вы призываете хранителей, вы можете читать хранителей башен, вы можете читать себе такие заговоры. Могущественные хранители Востока, силы и духи воздуха, крылом орла заклинаю вас, свежим ветром заклинаю вас, силами неба заклинаю вас и прошу прийти в мой круг. Придите ко мне в этот час, будьте свидетелями моего ритуала, охраняйте мой магический круг, добро пожаловать. Могущественные хранители юга, силы и духи огня, искрой костра заклинаю вас, пламенем свечи заклинаю вас, солнечными лучами заклинаю вас, силами неба заклинаю вас и прошу придите в мой круг. Придите ко мне в этот час, будьте свидетелями моего ритуала, охраняйте мой магический круг. Добро пожаловать! Могущественные хранители запада, силы и духи воды, серебряной росой заклинаю вас, морской волной заклинаю вас, океанскими глубинами заклинаю вас и прошу прийти в мой круг. Придите ко мне в этот час, придите свидетелями моего ритуала, охраняйте мой магический круг. Добро пожаловать! Могущественные хранители севера, силы и духи земли, деревом и травяной и травинкой заклинаю вас, древними камнями заклинаю вас, песками пустыни заклинаю вас. И прошу прийти в мой круг, придите ко мне в этот час, будьте свидетелями моего ритуала, охраняйте мой магический круг и добро пожаловать. То есть вы читаете, вы призываете, вы можете все сразу, и вы можете... Так, ребята, как вас там, Лигар, Сеферов или как вас там? Выйдите, пожалуйста, из эфира, иначе я вам сейчас, блин, сделаю так, что у вас язык нахрен опухнет, блин, и руки больше писать не будут на вашем телефоне. Быстро, я сказала, из эфира. Так, дальше вы читаете, вы призываете силы. Вы можете призвать силы. Так, силы призываете. Добро пожаловать в круг. Духи воздуха, силы интуиции, силы и знания, силы мудрости. Будьте со мной, придите и будьте благословенны. Добро пожаловать в круг. Духи огня, силы смелости и силы страсти, силы перемен. Будьте со мной, придите и будьте благословенны. Добро пожаловать в круг. Духи запада, силы воды, силы любви, силы эмоций, силы исцеления. Будьте со мной, придите и будьте благословенны. Добро пожаловать в круг духи севера, силы земли, силы стабильности, силы роста, силы устойчивости. Будьте со мной, придите и будьте благословенны. То есть вы призвали всех этих, это и вы дальше можете делать свои ритуалы. Вам тогда будет легко, вы будете все время в помощи под духами, под стихиями. Вас все время будут поддерживать, и вам будет легче в работе. Я думаю, здесь многим чего понятно. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте.
когда вы после ритуалов заканчиваете... Да, завтра можно делать все. Да, Настенька, они находятся под видео. Теперь смотрите, после каждого ритуала вы кланяетесь на четыре стороны света, кланяетесь к алтарю, если у вас есть алтарь Бога и Богиня, кланяетесь к костру, если вы делаете возле костра это, на четыре... Я вот это вас не поняла, Игорь Пилипенко. Богу живого только призывайте, все остальное дорога в никуда. Да, я сегодня немножко сорвалась, Олесочка. Значит, смотрите, сегодня я сейчас могу, у меня, ну, может, полчасика есть. Если кому-то интересно... Можете позадавать мне вопросы, я могу немножко там одну-две карты вытянуть относительно только этого ритуала, в каких вы сегодня там хотите провести, надо, не надо, то есть или сомнения какие-то ваши, это максимум, что можно сегодня сделать. На год расклады делать не буду, это раз. Во-вторых, не закончила ответ, не дала на вопрос по поводу, как нужно отпускать стихии. Кланяйтесь на четыре стороны света и говорите, кланяйтесь. И я благодарю стихии воздуха за ваше присутствие в этом круге и отпускаю вас. Кланяйтесь там на запад и говорите, я благодарю стихии огня за присутствие в моем круге и за помощь в моем ритуале и отпускаю вас. То есть вы просто отпускаете, своими словами говорите. Вы я благодарю и отпускаю, благодарю и отпускаю, благодарю и отпускаю. И все. Ну, давайте посмотрим, Дианочка. Понимаете, Диан, в вашем случае высшие силы говорят о том, что на укрепление с вашим любимым человеком не стоит бы делать этот ритуал, потому что, скорее всего, в определенный момент ваша судьба изменится, и вы встретите другого человека. И только зря вы тут укрепляете ваш союз, скорее всего, на вашем пути встретится другой человек. Алена, ну вы, конечно, это вам уже решать. Я просто задаю вопрос. Чего? Ритуалы. Ален, вам ритуал относительно силы. Не отношения, ничего. Вам нужно ритуал провести на прибытие силы своей, на набытие силы. Настя, в вашем случае сейчас крадники, убрать крадники и защиту поставить от воров.
И на дом поставить, и на силу на ваши от воров поставить. Вам сегодня, Настя, надо обратиться к богам, к высшим силам, за обретением силы, обретением защиты. Сегодня обращение к высшим силам по поводу защиты нужно. Сегодня до хрена эти боты, не боты, они меня уже... Я порчу сделаю ботом. Так, подождите. Пролистала! Так, леса, ритуал. Ритуал, Настя, вам нужно сделать, чтобы защитить, на защиту, чтобы крадники вам не поставили, чтобы не украли у вас чего-то. Ритуал на защиту, Настя. Так, Леса, ритуал. Смотрите, люди пытаются на вас напасть, Лесочка. У вас карта говорит о том, что есть вероятность врагов, которые придут к вам, когда вы спите. И вот сегодня нужно сделать такой ритуал, который будет защищать вас, даже когда вы спите, даже во сне, чтобы не было ритуал защиты от сущности, ритуал защиты на дом, на себя, на семью. То есть сегодня ритуалы защиты. Так, Оксаночка. Оксаночка. Какой лучший ритуал? Сейчас посмотрим. А вам сегодня нужно сделать ритуал, чтобы наказать всех своих врагов. Чтобы если... То есть я вам сейчас, Оксаночка, объясню, как это. Когда выпадает карта правосудия, вам нужно сделать такой ритуал, когда это тоже ритуал защиты будет, с откатом. То есть этот ритуал нужно сделать так, что если вам кто-нибудь пожелает зла, чтобы он это же зло себе бы и получил. Или ритуал такой вот легкой чистки сегодня, то есть вот то, что я говорила, пройти по коридору от свечей, снять себе какие-то через свечи негативы. То есть у вас сегодня ритуалы по чисткам, освобождения от прошлого, от загрязнений. У вас сегодня ритуалы по защитам. Да. Вы знаете, Лигар или как вас там, вот я вам скажу одну такую интересную вещь. Сколько человечество живет, сколько оно существует, сколько в людях нет ни единой малейшей понятия уважения, либо какого-то определенного страха к кому-то, либо я не говорю, что таких, как мы, нужно бояться. Но я вам скажу одно, что многие люди ляпают своим языком, а когда у них что-то случается, и когда им становится хреново, и когда им дают по попе, они начинают задумываться: ой, божечки, а откуда же мне такое прилетело? А за что же там мне по попе дали? А что же у меня прыщ на жопе или на языке выскочил? Так вот выскакивают такие вот прыщики на попе и на языках только по одной простой причине, потому что вы лезете туда, куда вам не просят, и вы говорите то, что вас не просят, и извините
за выражение, вы идете туда, где вас не звали, не ждали и вообще. Так вот, понимаете, что такие люди, как мы, они могут через Бога, таких, как вы, которые лезут туда, куда надо и куда не надо, таких, как вы, могут через Бога попросить, чтобы вас Боженька и дал бы вам бы ивовой веточкой по попе, так слегонца. Понимаете, я на вас не обижаюсь, вы можете честно, вы можете, я всех люблю. Я всех люблю, всех обожаю. Вообще, вы можете сидеть тут целый вечер, изливать свои излияния и все остальное. Пожалуйста, супер, вы вообще молодец, Лигар, вы вообще супер. Давайте еще, давайте тут еще что-нибудь прокомментите там. Мне интересно вот посмотреть, насколько вот, вот у человека вот хватает терпения сидеть, когда люди там занимаются какими-то делами. А вот у людей хватает терпения сидеть вот это шать, вот это вот на буковке, сидеть вот это строчить в комментариях. Не, ну вы супер, молодец. Вообще, респект и уважуха вам, Лигар. Вообще. И вам с праздником, всех с праздником, всех поздравляю с таким классным днем. Сегодня день любви, сегодня день наполнения силы, сегодня все люди будут праздновать. Тот, кто хочет просить у Бога, непосредственно, Игорь, мы будем просить у Бога, потому что у нас сегодня на алтаре стоит рогатый Бог, лесной Бог, и мы сегодня будем у него просить. И мы сегодня будем просить у Бога, у рогатого, мы сегодня будем призывать Бога Кернунаса, мы будем сегодня Бога Бана призывать, мы будем сегодня богиню призывать, и вот мы будем у наших богов, вы правильно сказали, Игорь, мы сегодня будем у Бога просить достатка, прибыли, мы сегодня будем ритуалить, и чуть позже, у меня, дай Бог, получится у меня костер. Я покажу, какой был классный костер. Так что вот такие вот дела. Так, ребята, я со всеми прощаюсь. Всем спасибо за то, что поприсутствовали в эфире. Я ни на кого не обижаюсь. Я никому не желаю зла. Я желаю всем, наоборот, чтобы вы процветали. Конечно, рогатый, рогатый бог, лесной бог, он очень интересный. Вот я даже покажу вам свой алтарь для Игоря специально. Покажу, вот как алтарь, я могу даже поднести телефон, вот. Сейчас я освобожу, вот покажу всем, вот какой алтарь. Вот такой вот, вот это называется бог Кернунас. Так, если видно, Кернунас и богиня-мать, бог Пан. Вот. Вот все мои алтари. Вот богиня Геката моя, к ней тоже обращаюсь. Вот если... Вот интересно знать вот мои ступки, все мои знаки ведьмины, все мои свечи. Если вот так вот интересно людям знать, и все хотят вот так вот интересуются рогатый, ха-ха-ха. Да, рогатый, потому что он олицетворяет все живое, он олицетворяет природу саму, как и богиня-мать сама. И эти боги, эти силы для Игоря, который сказал ха-ха-ха, существовали еще до прихода христианской религии, до прихода церквей, до прихода попов и всего остального. Поэтому я вам скажу вот так вот, лично от меня к вам, я вам говорю, что, пожалуйста, изучите историю, и, возможно, некоторые мнения о людях силы у вас изменятся.
Наверное, да. Вы знаете, я вам, Игорь, так скажу, что когда вы изучите историю древних народов, изучите историю, настоящую историю, вы поймете, что вот эта вот зацикленность людей, которые дальше храма и кадыла Поповского никуда не выходит, у вас изменится, вы реально сойдете с ума, вы поймете, что весь мир, он настолько огромный, и силы в нем огромное количество. И вы поймете, что силы, они настолько великие, столько много духов, столько много энергии, которые бушуют в нашем мире, в нашей земле, в нашей планете. Все соединено, как вверху, как внизу. Это все чудесно. Конечно, я с ними общаюсь, они ко мне приходят во снах, я вижу наяву, я вижу видение, я иногда, вы даже не представляете, что я вижу, и понимаете, иногда мне кажется, реально вам скажу, Игорь, что иногда кажется, что ты сходишь с ума, но на самом деле это огромная сила, и когда тебе дают знания, ты должен благодарить высшие силы за то, что тебе дали эти знания, а не отрекаться от них в страхе бежать. Да. В общем, я всех благодарю за то, что пришли в эфир, и те, которые были положительное мнение, и тем, которые понравился мой эфир, и тем, которые не понравился мой эфир. Я всех люблю, всем желаю хорошего настроения, всем желаю прекрасного праздника, классных ритуалов. Сегодня поднести благоденствие себе получить себе свои дары от богов. И много-много всего, чтобы у вас сегодня получилось и сбылось. Всех люблю и уважаю, и до следующих эфиров. Пока!